Здрасте. Всем, друзья, привет, Уленьки. Продолжаем играть в ферму. НФ Марш, 22-я ферма. И сразу извиняюсь, я все еще больной, поэтому сегодня я буду особенно унылым, по крайней мере, в первой части этого видоса. Прикиньте, 620 лошадиных сил в этом крузаке. Нахрена туда столько запихали, я ума не приложу, ну ладно. Что, в общем-то, друзья, у нас происходит? Наступил апрель. Пока что по стадиям роста вроде как все нормально идет, то есть особо сильно сломанного я ничего такого не наблюдаю. Поэтому будем смотреть, что у нас дальше будет. Дождик идет неприятно, но он скоро закончится. А что у нас на полях происходит? Значит, 38-е поле. Мы, как и планировали, засеяли сюда ячмень. Я вывел урожай здесь в максимум, но повылазили сорняки, и он стал не максимум, 116%. Та же фигня у нас, друзья, на соседнем поле, где я засеял подсолнухами все. Здесь я тоже все вывел в максимум, то есть я прям и мульчер, и известь, и удобрение, и каток потом, в общем-то, все-все-все. Абсолютно всем здесь прошелся, поэтому все нормально. Далее, 36-е поле. У нас здесь зависший овес, 4-й стадии из 4-х. В июле он должен созреть, посмотрим, созреет ли. Очень надеюсь, что созреет. И, друзья, есть у нас еще два поля, 35-е и 34-е, по-моему. Здесь у нас ничего не растет, потому что мы сюда запланировали сеять соевые бобы. Я зачем-то случайно здесь прошелся еще удобрялкой, точнее известью. И, короче, везде на 125 тысячных больше уровень PH, чем надо. Он был в норме. Но я зачем-то запустил, причем на ручном режиме, короче, везде немножко спануло. А здесь, по-моему, та же самая история у нас. Нет, здесь у нас той же самой истории нету, но все равно уровень PH больше нужного. Так что этот урожай, видимо, будет не самым прекрасным. Но ничего страшного. Так что наша задача по поводу наших полей — засеять 35-е, 34-е и протравить сорняки у подсолнечника и ячменя. Хотя здесь вот где-то он меньше PH. Короче, ненастроенное поле, скажем так. Надо два урожая просто с него собрать, чтобы уровень кислотности опустить и потом уже посыпать, держать в норме его. План такой. Также, друзья, у нас взято 5 контрактов. Это 3 прополки. За прополку платят прям совсем немного, но ладно. Курсплей сделает, и все будет хорошо. А также есть 2 удобрения. Больше контрактов нету, но... Разумеется, у нас созрела на всей карте трава, тюковку я тоже всю сделаю. Времени на это уйдет много, но ничего страшного. Давайте один контракт на тюковку какой-нибудь возьмем, жирный, 45-е поле. Там, кстати, силос, или давайте... Ладно, я это потом все сделаю. Перейду на ноут, лягу в кроватку, и он там будет работать, а я буду спать. План капкан. А по поводу наших финансов за март. Мы купили новую технику, мульчер, каток и 2 трактора к ним. Работ было немного, поэтому обслуживание техники 28 тысяч, я думаю, это немного. Амортизация не недвижимости с каждым месяцем на евро подрастает, инфляция, мать ее. А кто-то съездил, заправился разочек, 587 тысяч на топливо. Доходы по контрактам совсем немного, 126 тысяч, выполнил вообще все, что можно было. И другое, 59 тысяч, это удобрение, известь, семена, в общем-то, все, что нам нужно было для наших полей. А, ну и удобрения, контракты ж на удобрения были, точно. Значит, что мы делаем? Давайте отправлять всех пацанов в работу. В первую очередь, полольник, давай начнем с тебя. Выгоняем его на дорожку, а то он иногда нехорошо подхватывает точки там. Мне не нравится. Какие нам поля надо прополоть? 16, 21 и 69. Начнем с самого маленького, 21-го. Я почему-то люблю по возрастающей идти. Поле 21. Погнал. Только сначала курс, разумеется. Это, кстати, довольно большие поля. 16-е не маленькое. 21-е маленькое, да? 65-е здоровенное. Его вроде бы удобрили. Ладно, не помню. Со скругленными краями. Супер быстрый маршрут. Парковочного места у него нет, друзья, надо расширяться, покупать, видимо, еще одну территорию и ставить там гаражи. Техники прибавляется, места не прибавляется, но следующей покупкой большой будет биогаз, друзья, сейчас копим на него деньги. Далее, товарищ Удобрялкин, тоже у нас по контрактикам работает. Во-первых, выключаем ему автоматическую дозировку, ставим самый-самый минимум. И под удобрение у нас идет 55 и 65, да, самые большие поля. Возможно, те поля, которые на прополку идут, тоже потом надо будет вносить удобрение, потому что так и было вчера. С какого начнем, 55 или 65? Давайте с 55. Почему парковка? А, я не в ту игрушку сел. Бывает. Вовремя заметил. Нам нужна Вальтра. Ну, здесь то же самое. Выключаем автоматическую дозировку. Ставим самый минимум, 18 килограмм на гектар. И рисуем ему маршрут на поле 55. Мы договорились. Со скругленными краями. И отлично, пойдет. Все равно много удобрений, конечно, тратится. Но могло быть и больше. Поле 55, давай работай. И парковаться нам уже сейчас не надо,
потому что потом поедет на другое поле работать. С этим мы порешали. Далее, на наших полях поедем сеять бобы. И мы это будем делать с помощью сажалки. Она умеет сеять соевые бобы, плюс она умеет еще сразу же удобрять. Хотя можно вообще оба трактора одновременно запустить, потом пройтись удобрением. Это, в принципе, это небольшая проблема. 34-е поле. Давай. Бздынь и... Погнал. Чуть что, семена докупишь. Давайте, в принципе, действительно, две сеялки запустим сразу. Этого на 35-е поле. Они обе 12-метровые. Их можно вообще парой запускать даже на одно поле. Правда, удобрение надо отключать тогда на одном из них. Так, ты на поле 35 тоже давай погнал. С начальной точки. Так, отставить. Отмена, отмена. Надо же семена поменять. У нас соевые бобы, конечно же. Давай. Теперь едь, работай. Эти товарищи у нас все засеют, припаркуются обратно. А потом после этого, ну, на одно поле пустим удобрялку и каток. На второе просто каток. Ну и, друзья, гербициды. Будем по фэншуй обрабатывать наши поля гербицидами. Отключаем себе парковку по завершению, потому что на двух полях пойдешь работать. Начнешь с маленького, 38-го. Он его прям быстро обработает, это точно. Точечное опрыскивание и все дела. Я думаю, он сейчас потратит нужное количество гербицидов, и можно будет съездить в магазин, забрать эту бочку, засыпать. А удобрение 12 тысяч, кошмар. Ладно, все, ты тоже погнал работать. Ну и, в общем-то, все погнали работать. У меня есть подозрение, что май будет прям вообще бедным на контракты. В июне, может быть, посозревают какие-нибудь поля, которые должны созреть в июне. У нас в июне вообще что-нибудь должно. Ячмень должен созреть в июне. Если где-то у кого-то растет ячмень, он вполне может созреть. Остальное все никто не сеял. Клевер, газонную траву, лаванду вроде бы тоже никто не сеял. Люцерну и так далее. Я это засевал половину полей, конечно, скриптами, но ладно. Этот товарищ добрался, пошел работать, он молодец. Ну и здесь мы видим 123%, 118% и 125%. Азот идеально. Требуется 0. Возможно, соевые бобы не требуют удобрения. Такое может быть. Чего здесь такого не нашел сейчас? Есть таблица по поводу частоты сева в зависимости от почвы. Где-то мне попадалась таблица такая. Сколько азота на какой почве требуется. Но уже не помню. На самом деле мы можем здесь зайти посмотреть. Культура не требует дополнительного удобрения. Написано у нас сверху. Так что он даже не тратит удобрения. К нам даже тогда и не надо будет удобрять то поле. Я думаю, что отрицательно оно ж не влияет. Надеюсь. Черт, а эта падла съездила, пополнилась гербицидами, а? Не уследил. Та бочка 700 кубов, 700 литров, которая стоит около магазина, мозолит мне глаза. Ну, видимо, будет продолжать там стоять. Ладно, друзья, пускай все вот эти вот товарищи работают. Также сейчас запущу еще косильщиков, буду выполнять контракты на тюковку. Ну, а мы встретимся тогда в начале мая. Итак, друзья, у нас прошел апрель, и я выполнил абсолютно все контракты на тюковку. Вообще все. Последние, кстати, тоже можно принять. И у нас здесь вообще не осталось никаких контрактов. Можно, в общем-то, мотать на май, но давайте сначала посмотрим, что у нас в апреле произошло. 527 тысяч на балансе. Будет чуть-чуть больше, потому что еще не все тюки вывезены. 33-е поле последнее. Там вот один прицепчик поехал, и еще 6 штук осталось. То, что не влезло. В общем, сейчас он по-быстрому тут все привезет. Тюколка ездила заправиться после работы. Сейчас заправится, все будет норм. Я, друзья, за эту карьеру натюковал уже 7950 тюков. 301 контракт, 207 часов наиграно на сейве. Какая 11-я серия, да? Вопрос, на что я трачу свою жизнь? Ну ладно, все ради вас. У нас, друзья, появилось еще небольшое приобретение новенькое. Это вот такая вот самоходная косилка Крон. Она у нас под номером 51, но это не совсем обычная косилка. У нее вот здесь вот сзади есть вал отбора мощности. Если мы посмотрим на стандартную, то у нее нету. Но я на просторах интернета нашел модовскую, на которую можно поставить этот самый вал отбора мощности. Кстати, я на скринах видел... Давайте даже посмотрим, что если ее перевернуть... Черт, она что, тяжелая, не поднимается? Все нормально, не тяжелая. Это дело все даже прописали на днище, нарисовали, представляете? Но на самом деле в реальной жизни такой штуки не существует. Косилки. Давайте ее вот обратно сюда поставим. В общем-то, как обычно, в описании есть ссылочка на все моды прохождению этой карты у меня. Я, в общем-то, туда ее добавил. Кому надо, берите. Правда, 480 тысяч такая игрушка стоит. Для чего нужен вал отбора мощности? Для того, чтобы можно было повесить тюколку сразу на косилку. Не знаю почему, но я, друзья, планировал еще
цепануть туда сеноворошилку. И, разумеется, так как там создается волок маленький, она всего шириной 10 метров, то не было смысла пихать вот нашу сеноворошилку, которая на 17 метров. Я, в общем-то, купил вот эту куновскую, Поттингер, и они все не цепляются. Представляете? Кроновская вот эта тоже не цепляется. Вот эту Викон не пробовал. Но есть подозрение, что она тоже не цепляется. Так что эта идея не сработала. Но было бы классно сразу сеноворошилку запустить. Это очень здорово сэкономило бы мне время. В итоге, по сути дела, вот этот вот товарищ, наш Кенни, точнее Маккормик, я не знаю почему, у меня из Саус Парка Маккормик ассоциируется с Кенни. Короче, он нам, по сути дела, не нужен. Трактор мы оставим, косилки мы, наверное, продадим. А с другой стороны, есть у меня подозрение, что... денег нам за них толком и не дадут. Но посмотрим. Сейчас мы этого делать не будем, сейчас это не сильно нам надо. Соответственно, вот эта вот тюкалка у нас будет работать только с этой косилкой. Она уже отцеплена, она уже даже отработала трохи. Поэтому вот этот трактор нам, по сути дела, сейчас тоже не сильно нужен. Но, опять-таки, трактора я продавать не хочу. Нам в любом случае в будущем придется еще покупать какие-нибудь тележки, бочки, прицепчики и все такое. И смотрите, у нашего Ландини на лобовом стекле как будто бы два глазика таких прикольных. Ну, это эти самые диски от сеялки. Вот, кстати, они, наверное, так блестят, потому что уже поцарапаны, изношены. Есть у меня такое чувство. По-моему, раньше они синие были. Так вот, наша косилка, кстати, уже 7,7 часов отработала. На самом деле у меня вот сколько, 6 утра вот до 3 часов дня практически. Только у меня время в 2 раза меньше. И я вот дрючил вот эти вот странные контракты все время. Давайте посмотрим по финансам, что из этого вышло. Апрель. Новая техника 504 тысячи. Там были разные сеноворошилки еще, но они, разумеется, были потом проданы. 21 тысяча вернулась, 480 тысяч у нас ушло на косилку. Обслуживание техники, понятно, 75 тысяч, много работали. Продано тюков 330 тысяч, плюс там еще сейчас 6 тюков будет. Расходы на топливо 3 тысячи, доходы по контрактам 689 тысяч. Другое, минус 3 тысячи, это была покупка семян. Кстати, возможно, вот эта вот награда за эко-счет тоже идет в другое. Да, там вроде было 3 тысячи, стало 2 800. Поэтому так сильно отслеживать покупки семян и всего остального мы не сможем. В общем-то, ладно, пока вот этот товарищ еще приедет за этими тюками, или он их уже собрал? Да, там было мало. Я что-то провафлил этот момент. Он их уже собрал. А какой красавчик. Тогда мы мотаем время на май. Доброе майское утречко. Я смотрю, делать в мае нам будет вообще нечего. Контрактов, друзья, нет вообще никаких. Наши поля, разумеется, еще не созрели. 36-е вроде как должно созреть в июне. Единственное, кстати, надо поглянуть сорнячки на наших 34-35, которые мы засеяли вчера. И на 34-м они есть. 35-е мы вроде как вспашку убирали глубоко рыхлителями. Там у нас сорняков нету. Значит, задача у нас на май – полить поле гербицидами. Я что-то подумал, что пофиг на эти пару процентов урожая, вот правда. Кстати, у нас тут есть место на ту бочку, которая у нас около дилера стоит, поэтому давай едь туда. А пофиг на эти пару процентов урожая, будем, друзья, долбиться в эту экологию. Экосчет – это важная херня, потому что она дает проценты потом на продажу. Лучше мы абсолютно все будем продавать с повышенными процентами, чем на одном каком-то поле у нас будет чуть-чуть урожая больше. Блин, техника опять вся грязная стоит, и ладно, к следующей серии я, наверное, ее помою. В теории в июне у нас должны пойти уборки. В июне у нас должен созреть ячмень, а овес у нас тоже не созреет. Рожь, если у кого-то посажена. Лаванда. Лаванда, кстати, уже может быть созретой, но ее такой не было, я не видел. Клевер, газон и люцерн, трава, это неинтересно. Но вот ячмень стопудово у кого-то должен быть. А у нас есть ячмень. На 13-м, на 5-м и на 3-м поле ячмени, на 55-м еще. 38-е не собирается зреть, а вот 13-е, 5-е должны будут созреть. Возможно, я их искусственно засеял, хотя мне кажется, вот 55-е точно нет, не помню. Что у нас тут на 55-м? 3 из 6. Это будет в июне 4 из 6, в июле 5 из 6, в августе 6 из 6. В сентябре его убирать уже поздно, что мне кажется, он может проспать уборку. У нас, кстати, может абсолютно та же история получиться. Раз, два, три, четыре. То есть, смотрите, первая стадия в марте, вторая в апреле, третья в мае. То есть его поздновато сажать в марте на самом деле. Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Черт, этот грузовик поставил, и он мне помешал выехать. А я все ждал, пока он доедет. Ну и, друзья, следующей нашей большой покупкой уже будет биогаз.
И правда, есть подозрение, что июнь тоже будет довольно беден на контракты. Но в июле опять будет вот это вот покос весь. Контракты на тюковку. Там мы 600 тысяч поднимаем. Но я, честно говоря, уже вот настолько сильно его хочу. И 1,5 миллиона, падла, это стоит. Что я, наверное, готов даже поступиться принципами и взять кредит. Но, в общем-то, еще посмотрим. Все равно еще дожить надо до этого момента. Вот она, наша бочка. Стоит реально, глаза мозолит уже несколько дней. Наполняем опрыскиватель. Все влезло, бочка исчезла, глаза больше не мозолит. Значит, на 34-е поле отправляем нашего товарища с острыми углами, 28 метров, 2 поворотных полосы. Все как обычно. Давай есть, поливай это все дело, потом он у нас припаркуется ведь, да? Блин, не очень удобно сделано, что надо влезть в настройки автодрайва. Раньше в курсплее, вот здесь прямо там, где маршрут вот отправляешь его, там и была вот эта кнопочка «Припарковаться по завершению», было намного удобнее. В общем-то, друзья, на этом мы тогда и закончим сегодня. Встретимся тогда в июне, если что-нибудь будет интересное. Если ничего не будет интересного в июне, встретимся в июле. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Если хотите смотреть ролики заранее, то ссылочка на Boosty есть в описании. Про лайки, комментарии, подписочки не забываем. Еще раз извините, что я сегодня особенно унылый, болею, все дела. Всем, друзья, огромнейшее спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем покаки и не болейте.